Всем привет, с вами Шет и... Петеросер, всем привет. Играем в голодные игры на карте Holiday Resort. Все, сказал, отрезал. Все, да, больше нечего тут добавить. Я сразу же убегаю, я на спавне не буду ничего трогать. А где ты? Я побежал в сторону казино. Знаешь, когда оттуда добежать? Ух, не помню. Да, кажется, знаю все. Сторону казино, это там, где американские горки, там есть всякие. Да-да-да-да. Тут просто дорога к воде, это такая муторная, сейчас я по ней пробегу. Я все... Ох ты, тут, блин, чувак передо мной сундук облутал, не хочу. Опять Евген? Да, я его пропустил. Пусть он лучше читеров сливает, а не меня. Ну да, блин, не знаю, надоел уже. Так, вот, за мной чувак плывет в воде. Второй чувак в воде за мной, молодцы. Ладно, слушай, тут... Слушай, возле казино тут вообще потихар, там... Я уже у казино сейчас. Ну там очень много людей, слушай, я в штанах бегу кожаных. Имеет ли смысл мне туда бежать? Да, давай, давай, беги. Ну ладно, смотри, просто дерутся тут на берегу дофига людей, за мной плывут много людей. Тут в воду передо мной прыгнули вижу, люди. Это я его сбросил. А, и ты его сбросил? Ну он от меня спрыгнул. А, окей. Вот так вот, скорее всего, будет. Ладно, я сейчас под лодкой проплыву. Давай, за тобой, кстати, тоже там народ плывет. Да, блин, бесит. О, у меня есть один алмаз. У меня два каменных меча, если что. О, неплохо, ну сейчас. Ох, так и хочется. Ой, тут бегают. Да что ж вы, ребята, все бегаете и не деретесь-то, а? Во, наконец-то. Наконец нашелся тот умник, который будет меня рукой бить. Ура! Так, сейчас. Ну что, я, короче, возле казино. Сейчас подбегаю к ней. Ой, тут о, кто-то вот кому-то... народу бежит. Да, слушай, может быть, постраху... У тебя меч есть? Держи. Нету. Я сбросил. Спасибо. Опа-па-па-па. Ты его не подобрал. Вот он, чувак на меня с рукой налетел. Ага. Парта! Ну, а я вот не могу. Знаешь, рука не поднимается. Пока. У меня меч поднялся. Рука не поднимается, меч поднялся. Там чувак в казино побежал. Пойдем его убьем. О, смотри, вот он. Да, сюда сейчас. Привет, хитрый. Опа, все. С ним удочки не выпало. Угу, ничего не выпало. Ну, точнее, там по мелочи что-то. Ух, ну а у меня просто, знаешь, как-то вот реально рука не поднимается убивать подписчиков, вот так вот. Вот так вот, когда они стоят перед тобой, такие беззащитные, показывают Тим. Прям хочется... Показывают Тим, потом ты разворачиваешься, да. И топором в спину тебе так, на. Да, такое вот тоже бывает. Вот тебе Тима. Ну что сказать, добрый я человек, этим пользуются, пока не разозлят, добрый. Да. О, слушай, ну тут... почему, я помню, мы с тобой раньше играли, ты тоже сливал всех. Ну нет, когда это уже тогда разозлили. То есть сейчас же я давно не играл уже, как бы я так вот отвык, скажем так. Тогда понятно. Слушай, тут в казино я подобрал кольчужные шмоточки. И... Да, я видел. И лук со стрелами. Неплохо. Очень даже неплохо. Это ты? У тебя шлема нет, да, это я. Ну да, шлема нету. У меня есть, знаешь что? У меня есть один алмаз, один слиток, золотое яблоко. Неплохо. Слушай, а еда у тебя есть? Да, немножко семян. Ну, семечки, давай полузгим. Вот чувак бежит сейчас. Да, вот что? Он, смотри, готов. Ну ладно. У террасера рука поднялась. Вон, вот того. Да, вот того. Евген. Да все, что ж его-то такое? Пусть ищет читеров. Он хорошо их сливает. Вот пусть и убивает читеров. Нам облегчит задачу. Блин, слышно, это просто типа хорошо, хорошо играешь, с нами дерись, иди читеров убивай. Ну тогда. Вон там вот так, вот там чувак на крыше сейчас. В лесу, смотри, в лесу, да. Парень. Ой, я упал. Ого ты! Видал? Полетел. Так, убивай. Бамс. У меня 4 сердца сейчас. Ну, блин, это было красиво. А, это было эпик. Особенно с моей камеры вообще, ты бы видел. Ну, такой залетел. Было бы еще клево, если бы я на него приземлился. Ну, но все равно нормально получилось. Так, ладно, сейчас он тут на крыше сундук проверю. А он, скорее всего, облутал его. Нет, не облутал. Там удочка была. О, удочка! У меня две лодки, удочка. Одна удочка у тебя только? Ну да, к сожалению. Могу дать тебе, да. Я особо не пользуюсь. А, давай. А, там еще сундук снизу надо проверить. А я тебе шлем там держи. Давай. Вот шлем я сбросил. Спасибочки. Вон там снизу чувак в казино, и вот тут сундук. Опа! Пустой. Давай-ка посмотрим, где там снизу парень был. Блин, у меня тут спонсорят, у меня железный слиток есть. У меня две штуки. Ой, и зажигалка. И палки, и лодки, и... О! Господи, ребят, вам я не жалко? Я вижу этого парня. Вам свои очки не жалко? Очки им не жалко. Вот этот парень. Я в казино. Ты в казино? Ага. Ну ладно, давай я еще к тебе пойду. Ну хватит меня спонсорить. Сейчас ладно, я не его хватит. Попробую слить. Спонсорите меня больше. Так. Че больше вещей? Да. Нам нужно больше золота. Так, ну смотри, вот. Смотри, давай, нападай на него. Опа, братишка! Ух ты! Слишком он сильно отлетел от моего удара. О, стрела. Да, елки-палки. Так, сейчас я в потолок попал над ним. Попробую. Ну, бывает. Слушай, вот сейчас я стреляю туда по нему. Бам. А, это ты попал? Угу. Ну ладно.
Жалко, что часть вещей, видимо, сгорела. А! Еще чувак! Вон там чувак. Ну, он нам не помеха. Что он где-то там. Братишка, привет. Столько вещей. Ай! Че, застрял? Нет, косой я. А. Да что ж ты такое-то, слушай. О, надо пристреляться. Оп. Вот, вот он бежит, бежит, давай, Тирасюр. Я его на поводке держу. На поводке? Да. Ну так натяни поводок, чё? Вот он, вот он. Привет, братишка. Неудачно повернулся. Так, держи тебе вот это. Слушай, у меня есть слиток. У тебя есть слиток? У меня 3 слитка, пошли-ка скрафтим нам меч. 2 меча пойдем скрафтим. О, палка, смотри, палка. Одна у меня есть... на дереве была. У меня есть 2 лодки. Прикинь, здесь палка на дереве была. Росла? Да, она просто на дереве была там, ну, может, выросла. Ну, может, кто-то упал, скинул. Слушай, можно на американские горки подняться? Сейчас, но... подожди, я вещи сброшу в огонь. Да, давай. Слушай. Вот так вот встану. У тебя оружие какое, нормальное? Меч? Ну, жлеба, деревянный меч, ой, каменный меч. У тебя лук есть? Да, 2-2. А, стрелу сбросил в огонь, прикинь. Там чувак к нам бежит сейчас. Будь готов. Он там, я типа сделал вид, что я его не вижу. О, про Евгена слили. Да ты что? А, вот этот чувак, читер, осторожно, отходи, отходи. О, го-го-го-го-го-го! Отходи, отходи, убегай, просто убегай! Да, блин, я пытаюсь, пол сердца. Все, убегай. Капец. Я его слил! Молодец, со стрелы, да? Это Килаура, чувак был с Килаурой. Да я видел, он как-то вообще, знаешь, так на разворот. Ты его со спины, да, с луком? Не, он развернулся, я его добил. Блин, жесть, у меня... Повезло, что у него не было регенки. Да. Слушай, я сейчас золотого яблока у тебя случайно нет, у меня пол сердца и нет... Держи, держи, держи. Давай, у меня пол сердца и нет регенки. Быстрее кушай. А нагрудник у тебя какой? А, кольчужный, по-моему, сейчас я начну регениться и скажу. Да, давай. Блин, так. Как повезло, что читера слили. Кольчужный нагрудник, тебе дать кольчужный? У меня есть. На. У меня 2 штуки. Еще один. У меня 3 теперь. О, неплохо, у меня есть вот эта штука. Блин, ну читером мы с тобой вообще так затащили. Да, вообще отлично. Я думал, ты там все слился уже, потому что он тебя так зажал там сильно. Да, у меня еще полсердца было, блин, вообще плохо. Так, железные штаны у тебя есть, да? Так что сбрасывай свои. Да, я кольчужный, я, короче, все сбрасываю, тебе ничего не нужно? Да, только если нагрудник. Нет, нагрудника у меня, к сожалению, нету. У меня 5 слитков есть, 22 стрелы. Ну, у меня есть 6-й. Вот человек сзади! Да чтоб тебя-то, черти! Так, я, пожалуй, тоже немного отбегу. Я в воду упал, ладно, так, окей. Хорошо. Меня спасло то, что у меня было эти дополнительные сердечки. Так, сейчас я... Ага, сам... вижу его, да сейчас я... Поем... А, как так? Добей его! У него это сколько? Это просто эпик фейл у меня. Да? У меня 2 сердца было, я уже яблоко почти доел. Вот надо было немножко в сторонку отбежать. Ого! Эх, фига, ладно. Как так? Слушай, он меня... А, задроты! Задроты кругом! Он меня в одно мгновение поджег и стал бить мечом. В одно, да, мать его, мгновение. Ну, зато мы слили читера. В принципе, серия, на мой взгляд, получилась достаточно неплохая. Да. Потому что читера не каждую серию все-таки удается слить. Да, блин, жесткач. Вот. Ладно, блин. Если понравилось видео, ребят, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь случайно первый раз. Рассказывайте о видео друзьям, это поможет развитию наших каналов. С вами был Шет и... Тирасер. И на этом можно закончить. Всего до встречи, всем пока. Да, ребята, всем удачи и пока.